Готов за 9, за 8. Так, выход из безопасной зоны. О, да, вот ты и заценил. Да, я заценил, как меня решили съесть. Так, нам нужно убить 40 зомби, надо найти, где их побольше. Скопление и стрельнуть. У нас 50 патронов. Так, пойду-ка я вот сюда. Оу. Это сложнее, чем казалось, да? Вон они, они, короче, на остановке все. Слушай, почти, почти. Надеюсь, не будет, как в прошлый раз. Фак. Так, походу будет. Так, бежим тогда сразу на эту. Просто бежим сразу в разные стороны, стараемся не делать вот так. Ой-ой, взрывоопасный. Эй, вы куда исчезаете? Воу, нифига вас тут. Так, я не походу на мосту, но я туда сейчас не подберусь ведь. Да, я туда не соберусь. Я что-то в этот раз плохо прям. Что-то ты вообще. Что-то да. Так, а где они получаются? Вниз, в ту сторону, что ли, назад бежим? Они были на станции там. Да, надо вниз. Ну, бежать. Туда вот, да? Ну, я понял. Сюда туда и побежим сейчас. Я еще вначале луханулся, кстати. Сразу вниз, вот туда мы бежим. Ну, да, да, да. Ой, блин. А я вроде нормально, кстати, приземлился. Хорош. Зашло хорошо. А дальше пока что-то не очень. Фак. Так, бежим дальше, бежим, 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 бежим. Брекен, do you copy? Shit. Jade, this is Crane, do you copy? Не-не-не, все жопа. Listen, Rice wanted me to use... Блин, как всегда. Look, he screwed us, okay? I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few days worth. Listen, Crane, we've got a situation here. There's been an outbreak on the 18th floor. Get back here ASAP. Ну, короче, нам надо беречь антизин, но при наших с тобой сейчас путешествиях не факт, что он сбережется. Так. Давай ты вниз, я сюда попробую все-таки. На, раз, пошла. Два, пошла. Стараемся стрелять им в головы, тварям. В головы, мать. Так, у тебя там чё? Нет. О, да. Чё, у тебя там нормуль всё? Ну, вообще да. Блин. Ну, вот тут их дофига, я их не буду тебя убивать. Ну, блин, чуть-чуть вот нам не хватает, все время чуть-чуть. Все время. Я тогда сразу сейчас туда побегу. Хочешь, можешь, за мной их там много. Да мне их тоже вроде немало. Я набил-то больше тебя даже, получается. Ну я только пока меня... я до тут добежал. Ну да. Так, а ты? Разве я? Ты. Да? Я первее тебя набрал. Ну, побежали вместе. Хотя здесь их тоже вроде показывается много. Этих добиваю. Главное, патроны не жалеть, я так понял.
Ох, хорошо рвануло просто. Хорошо рвануло. Да я ж тебя пнул, падла. Да капец. Сколько не хватило? Да ладно. Меня там окружили эти бегущие твари. Чувак, ну как так? Надо через другую сторону бежать, там ближе получается. Я, короче, понял, где их реально много. Они реально на станции. Да, да. Только на станции через мою сторону беги. Вот, вот здесь вот. Воу. Да, ну там можно очень хорошо влететь, вот. Это типа, вот я сейчас в зомби и все. Да ё-моё! Хорош меня жрать. Я невкусный. Эй-эй-эй. Я вас уверяю. А, чувак! Сколько, да нам, как... сколько нам надо? 40? Да, нам 40. Всего лишь 40 надо, представляешь? Всего лишь. Подлечись, кстати, заранее. Нажимай. Подлечись. Ну, дробаш, конечно, да, веселая штука. Как 4-то? Я взорвал же этого пукающего твареныша. Ну, значит, хреново взорвал. Капец, еще не перезарядился. У меня патроны кончились. Что за глюк? Чувак, почти! Я набил 32, вот чуть-чуть, вот ты бы вот чуть-чуть побольше бы сделал. Чуть-чуть, на 2, на 3. Нет. Ну чуть-чуть, ну реально чуть-чуть. Сколько ты сделал, 34? 32. 32, а, ну да, мне надо было на 3 больше. Ладно, давай последний. Ты вот здесь вот стрельни вперед сразу, вот там вот. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Лол. А, у меня патроны тоже кончились. Не-не, они перезаряжаются. А. Нормально. Окей. Это меня это напугало. Главное, иду, у меня патронов нет. Толстяка, я так понял, он не считает как взрыв. То есть, если они от него умирают, это нифига не круто. Угу. О, вот их где-то фига. Так. Что-то мне это напоминает. Да-да-да. Там вот их дофига. Сейчас раз туда попаду. Я тоже, конечно, пробежался, красавчик просто. Так, давай-давай, чувак, давай-давай-давай, я свою 20-ку набрал. Да капец. Ты говоришь же, там их много. Ну что, осталось... мало? Их было, было много, почему-то стало мало. Тебе осталось 5 штук набрать. Да. Капец, вроде их было дофига, я смотрел, а что-то сейчас прибежал, их вообще не осталось. Бред какой-то. Говорю, стрельни отсюда вперед и пробеги туда. Твою попа мать. Вообще такой момент тупой был.
Ну, где вы все, мрази? Хронический Лично. Стрелковый клуб 50 получил. А, мы выполнили? Да. I'm gonna be setting up my next shot soon, so make sure you're around, okay? Блин! Сколько их всего надо выполнять, чтобы хоть что-то дали? Не знаю. Ну чё, заценил дробовик? Да, это было весь. Джеронимо! Так, ну чё? Чё, строй площадку? Не, тут попробовать купить что-нибудь надо. Продать, купить. Вот, магазин. Угу. У неё ничего нет интересного, кстати. Тут патроны должны быть. Ну, патрон-то, да. Ну, винтовочные есть, только ну, что-то они дороговаты. Пистолетные? Такие же, какие-то. Как и были. А, оружейные, винтовочные. А пистолетных нету. Блин. Фигово. Полицейская винтовка косарь стоит. С продажи, в смысле. Да, у тебя есть? Нет, продать, в смысле, стоит продать. Всего. Короче, давай бег. Well... Говно вопрос. И знаешь, у меня за ним лопата лежит, написано подобрать. Me. Да вот готов, слушай. Так, чё? Вижу. Все, короче, побежали. Понючая антенна. Фак. Так, стоп, а где она? Она еще выше, что ли? Или она на мосту? Не говорите мне, пожалуйста, что он мама. Ты, короче, что? Тоже тут же, где я бежишь, да? Да я упал, да. Бля. Там дыра была в этом. Как это теперь? Отсюда никак не выбрать. А вот лестница. Господи! Не, ну за 16 секунд я до следующей точки точно навряд ли добегу. Не, конечно, все может быть, но навряд ли. Я упал с крыши, там дыра была. Под ноги не смотрел. Да, давай, вы научишься. Знаешь, на кого он похож? На придурка, который нас посылает хрен знает куда. Если ты о нем, то... Да, зараза! Не выдержал у нас двоих кабанов. Ай, я упал. Да ты прыгаешь, дезертирка. Опять я в эту крышу провалился, да твою! Ты что, я предлагаю перезапустить. Чувак, мы уже не успеем, поверь мне на слово. Ну что, я тебе поверю? Да, есть такое дело. Если бы не эта вонючая крыша. Да, да. О, лопату взял. Готов за 10. Так. Ха! Я прошел в этот раз более аккуратно, чем ты.
Привет. Сволота. Нифига не честно. Почему не честно? Чтоб ты там зомби какой-нибудь кусил. Потому что я шел первым. Это было нечестно. Да потому что ты не там пошел. Шел, не дошел. Ну, чтобы ты не дошел сейчас. Да капец, вот так-то бежать. А я бы добежал, кстати, если бы вот, ну, не упал тогда. А, почти. Сейчас смотри, я походу сейчас могу добежать. Уже. Заткнись. Я тебе сейчас эту сигарету, знаешь, об чём потушу? Давай. Я чаем ее потушу. Победи меня в гонке. Сделай это как мужик. Ой, я тебя перепрыгнул. И опять. О, привет. Где ты там... У тебя зомби сейчас там долбанул. Где ты там бегаешь? Где ты там бегаешь? Ты? Как я не ухватился? Лоханулся. Ха-ха-ха. Сейчас, походу, я не успею. А, нет, я успел. Хорош. Вот я бы допрыгнул. Точнее, я похватился. Да-да-да. К какому из нас ты обращаешься? О, там что-то есть, стой. К тому, кто победил. А мы уже пытались там открыть, не получилось. И как, да? Да, мы так и не поняли, как внутрь попасть. Нет, там снаружи вроде стекла нету. Ладно, пойдем по заданию. Можешь как-то через сюда? Да сопи, пойдем по заданию. Да. Открывать не будешь? Открывай. No. Да, вот миллиметр вообще. Все. Красавчик. Ну, отлично, две аптечки. Пойдем. Так, что будем спасать? Давай. Эй, ты где? Ты где? Где-то снизу. Нет. А, вот он. Еще кто-то бежит. Чё ты? Он нам уровень дал, походу. Не, почти дал. Не дал. Кстати, слышь, я теперь знаю, как можно от этих, которые на нас бегут, агрессоры, как их можно останавливать легко. Не ногой, а вот так вот просто. Оп, и они падают, сразу их добиваешь. Но это у тебя. Ну да, ну мне. Позволяет бегать по стенам и другим плоским поверхностям. О, классно. Кстати, сейчас надо запрыгать. Сейчас-ка, погоди. Мне просто интересно, как это будет, смотри. Ай-яй-яй, спаси. А где ты умер? Я тут упустил. Чё на меня орёшь? Чё ты на меня орёшь? Слушай, спаси меня, мне нужно починить оружие. Спасибо. Я видел это. Ты им просто вонзил что-то в спину.
Я слёт ему прямо в голову воткнул. Жесть. Это было вообще просто эпично. Как что? Раскидали его. Вроде да. Хрен в гордом с ломиком. Ну-ка покажи, как ты по стенам бегаешь. Паркур. А я что-то, кстати, не понял, как по стенам бегать. Ну, как Mirror's Edge, наверное. Кстати, нет, я же так и не... Стой, нажми на Escape, на всякий случай. Не могу. Чтобы использовать, нажмите пробел, и вы рядом со стеной. Окей, и чё? И в чем шутка юмора? Я что-то просто так не понял. А, вот как! Я понял. Короче, я теперь могу забираться просто на более высокие уступы. И все? Ну, ты-то этого не можешь. О, там, кстати, нам сбросили только что это. Еще. Вон он, я вижу. Я даже вижу его. Кстати, не так уж далеко. Эй, я сзади. Ты мне или зомби? Да, я зомби. Мимо него пробежал, короче, он дальше пошел. Так, я пока открою наш этот багаж. Он тут прям рядом. О, тут зона. Так вот, я туда и хотел пойти. А, ну давай. А по миссии мы, наверное, пойдем в следующий раз. Сегодня две зоны за раз. Дождь. И сбор всех припасов. Блин, пистолета бы мне. Патронов. А у меня, кстати, тоже нет пистолета патронов. Кстати говоря. Но у меня пистолет более крутой, кстати, я нашел. Чего мне нет? У меня американский пистолет. Чего мне не чинить? У меня тоже американский. Тоже? О, у меня, оказывается, есть патроны. Крутяк, я где-то, видимо, подобрал. Да. Так, взлом. Там еще одно взломать надо, по-моему, чуть дальше. Так. Я на всякий случай убежал, зная тебя. Я хотел в воздухе, чтобы она взорвалась. Все хочу ее в воздухе взорвать. Короче, кинжал и мешочек с сокровищами. Там еще, по-моему, что-то было, нет, дальше. Нету мешочка. Вот, смотри. Флуоресцентный голубый. Голубые, глыбы. Они опять вырос. Так. Секунду. Сбросил запись. Че, может мне тоже стоп-старт? Ой. Спасибо. Ну, сбрасывай сейчас. Надеюсь, что она пошла. Тебя не показывать, что ли? Куда так, соберите все наборы помощи при часе, сложность трудно, награды 2,5. Так, ну чё, принять? Чё, смотри, чё у меня есть, ну, ещё в час соберём, чё. Так, наверху ясно дело нет. О. Нашёл. Так, лучше не стреляй, а то привлечем еще какой-нибудь. О, бежит. Смотри, смотри, я его сейчас остановлю. Че, че? На. О, нормально. Че-то мне это не нравится. Ох, их тут как много. Я тебе говорил, не стреляй. Так я их все равно мы их встретили бы. О! Да ладно. Чё такое? Смотри, сейчас будет весело. О, давай, давай. Сзади, Дэс. А вот если бы ты не стрелял, готов поспорить, мы бы на всех прокатили ее. Возможно. Так, что нашел? Ладно, мы по фасту делаем. Не, просто в игре же есть такая... Воу-воу-воу. Воу-воу-воу, полечи меня чем-нибудь, я не знаю там. А ты б меня пожалела, тварь. А,
Офигеть их тут. Стреляй, не хочу. Короче, я дальше бегу пока что. Давай, я пока. Мне тебе нужна тыл, твоя помощь. Я тебе тыл прикрою. Ой, ты живой, что ли? Мать твою! Че, не надо, не надо. Сейчас как дам тебе. Сейчас патроны. О, привет. Я уже задыхаюсь от страха. Не знаю, где ты. Чувак, слышишь? Ты там где? Да я тут. Не переживай. Фу, тут гадость, тут плохо пахнет. Слава отцу. О, толстый взорвался. Еще один толстый взорвался. Прям как... Ой, мать твою! Я мимо двух толстых убежал, и они оба взорвались друг в друге. Ты последнюю нашел? Чувак, слышишь? Чувак. Не-не-не. Ты еще хоть со мной разговаривай. А, так нет, я дрался. Я так-то тоже дерусь, нет? Ну как-то дальше плохо-то. Так, мне нужна твоя реальная помощь, потому что я взламываю. А, ну давай. Хотя ты там на всех отвлек. В принципе. Я дверку закрою. Пока дверь закрывал, меня тут зомби чуть не изнасиловал. Пошел ты. Все? Типа того. Ой. Ужас. Изи. Ну, в каком-то смысле. Если пробегать, то изи. Если зачищать, то... Я бы не сказал, что изи. Но мне вот эта штука понравилась. А ну-ка попробую ее скатить. Чувак, чувак, скоти, я хоть посмотрю, как это выглядит. Чувак! Так меня бьет! Да пофиг! Ну да, конечно. Чего я уставился? Блин, о, я скатил, я успел. Жена классно скатывается. О, у меня искры в воздухе были. Ну да, есть такой зел. А может еще одну можно? Попробуй. Не, нельзя. Я вижу свои черепашьи ноги. Ты видишь ноги черепахи у себя? Да. Окей. Во-во-во, вот эту можешь нормально скатить. Давай, скати. Так я скатывал. Ну, скати. Давай, на запись хорошо пойдет. Я хочу, чтобы ты на меня ее скатил. Не, ну давай, я хочу посмотреть, как ты ее скатишь именно. А я хочу, чтобы ты скатил ее на меня. Хорошо, еще одна будет, скачу. Давай. А там, а вдруг не будет? Ну, не будет, значит не будет, давай. Такой прям. Привет! Надеюсь, ты это заснял. Я заснял, я рядом с тобой лежал.